У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Алена Мельшанкова. Вітаю вас сёння ў выпуску. Шматпавярховы дом па замове кітайскага боку адкрылі ў абласным цэнтры. Развіваць тэхнічныя, авіяцыйныя, ваенна-прыкладныя віды спорту. Выхаванцы горадскага ДТСАФ цяпер займаюцца ў новым сучасным будынку. Дзе будуць працаваць электробусы і хто будзе імі кіраваць? Больш падрабязна ў нашым выпуску. Президент краіны подписал указ об занесении на республиканскую дошку гонору пераможцаў за досягнение лепших показчиков у своей сферы деятельности у 2016-м. Сярод установ культуры вызначены Могилевский областный методичный центр народной творчести и культурно-осветницкой работы. Дарэчы, гэта установа існуе амаль 80 год, и за названный час яе 5 разов заносили на областную дошку гонору. У областным центры официально открыли шматповерховый дом, які будовали могилевчане по замове китайского боку. Гэтае социальное жилье узводили за гроши Китая. Будовля велася отповедно погоднению урада у двух держав. Гэта первый этап. Праца по будовле социального жилья протягнется. Пагадненне прадугледжвае тэхніка эканамічную дапамогу кітайскага боку. Гэта незваротныя грошы. Вядзе нагляд за работамі па будаўніцтве і накіроўвае фінансаванне кітайская энергабудаўнічая карпарацыя. Вельмі рад удзельнічаць у адкрыцці. Мы шмат будуем у Беларусі, і гэтыя дамы – паспяховая рэалізацыя сацыяльнага праекта. Спадзяюся, мы працягнем работы і надалей. У Беларусі китайцы працуюць больш за 6 гадоў. Будавалі Мінскую ЦЭЦ-5 электрастанцію ў Новалукомле. Кажуць, што да выбору беларускіх партнёраў падыходзілі вельмі адказна. Я думаю, китайской стороне было интересно работать с нами в комплексе. Имеется в виду, мы как производители железобетонных конструкций, так и являясь генподрядчиком, можем выполнять комплексную работу. Гэты двухпад'ездны дом на 120 кватэр пабудавалі за 8 месяцаў. Сацыяльныя дамы ёсць у Бабруйску і Асіповічах. Адпаведна пагадненню ўрадаў дзвюх дзяржаў, будоўля сацыяльных дамоў працягнецца. На наступным этапе на Магілёўшыні іх будзе яшчэ 7. Акрамя Магілёва і Бабруйску, яны з'явяцца ў райцэнтрах Быхаві, Клімавічах, Крычаве. Андрэй Шуляк, Александр Артемьев, «Навіны рэгіёна». Целый пакет перспектыўных прапаноў прэзентуе китайским партнерам Могилевский бок. Региональная беларуска-китайская бизнес-встреча запланована у межах 9-го международного инвестиционного форума «Млын поспеху». У приватности, как отзначают у облаканками, провинция Хунань апошним часом активно супрацоўнічае с Могилевщиной. Во-первых, мы будем предлагать вхождение китайских инвесторов в существующее предприятие, то есть предлагать пакеты акций. Кроме того, мы будем предлагать китайским инвесторам реализовывать инвестиционные проекты Greenfield, то есть в чистом поле, как в свободной экономической зоне, так и в рамках действия указа по развитию юго-восточного региона Могилевской области. Ну и кроме того, мы надеемся привлечь китайских бизнесменов в сфере туризма. Организаторы 9-го международного инвестиционного форума нададут увагу инновациям у вытворчести. Свои науковые распрацовки представят 25 предприемств и установ Беларуси. Как означают у Комитете экономики, проекты цалком готовы и чекают своего инвестора. Притягивать замежный капитал планируют так само у сферы туризма и культуры. Прикладом может стать селетняя пляцовка «Млын поспеху» Бабруйск, культурная столица Беларуси, с ее богатой спадчиной и традициями. Инвестфорум распачнет свою работу 30 червеня. Усяго тут будет працаваць 4 секции. Традиционно одна из них просвечена магчымасцям свободной экономичной зоны Могилёв и ее резидентов. Электробусы, які перадасць китайский город Джуджоу Могилёву подарунок до 750 годзе, будзе обслуговывать могилёвский филиал Аблаутотрансу, троллейбусный парк номер 1. Про гэта поведомил директор предприемства Сергей Монастыренко. Калі гэтыя транспортные сродки прибудут у Могилёв, им предстоит пройти обкатку. На якім маршруте и кто будет им кировать, пакуль вырашается. Теперь идет отбор сярод водителей парку, которые могут обслуговывать электробусы. Таким чином, у Могилевском троллейбусном парку теперь будет 138 одинок техники. Штодня на могилевские маршруты выходят 90 троллейбусов, а штогод яны перевозят каля 35 миллионов пассажиров. Их безпека и отсутность аварийности – галуная задача транспортника, утверждает Сергей Монастыренко. Дарэчы, за поспеховую працу он назван лауреатом спецпремии «Досягнение Могилевского гарвыканкама». 21 год Сергей
Сергій Монастиренко узначальвае тралейбусный парк. До речі, першой премии досягнення он был угонорованы у 2005 году. Его эффективность больше за 90%, тому гэты метод самый запотребованный у лечения мочекаменной хворобы. Кабинет дистанционной литотрепсии открыли на базе Могилевской городской больницы. Новое обсталевание позволяет дробить камяни без хирургичного вмешательства, оказывает допомогу больше терминово и худко, а значит и большей колькости пациентов. 2500 пациентов что год проходит лечение у отделения урологии Могилевской городской больницы. И амаль полова мая диагноз мочекаменная хвороба. До того ж, больница худкой меддопомоги у першую шаргу различена на экстренную допомогу. В обычном стационаре это 38% пациентов с мочекаменной болезнью. Здесь этот процент выше, процент порядка, я так думаю, не меньше, чем 60%. Зараз у Беларуси, у тым лику и на Могилевщине, с допомогой скальпеля робят только 5% урологичных операций. И только, коли иншей махчимости допомогчи нема. Куды больше перспективные сучасные методы вмешательства без разрезов. Это неинвазивный дистанционный метод лечения, эффективного лечения мочекаменной болезни. И, к счастью для наших пациентов, этот метод помогает довольно эффективно в большом проценте случаев. Потому что другие варианты лечения – это уже инвазивно и чревато своими осложнениями. Урологичное отделение городской больницы открыто в 1995 году. С новым аппаратом тут смогут оказывать урологичную допомогу на европейском уровне, отзначили на урочистом открытии кабинета. Еще одна особенность этого оборудования – это то, что на нем можно дробить рентген негативные камни. То есть с помощью ультразвуковой навигации. Это очень важно, потому что не все камни видны на рентгене. И мы потом, бывает, теряемся, у человека имеется приступ почечной колики, у человека имеется выраженная клиническая картина, но мы, однако, не видим на рентгене камня, и это нас сбивает с толку. С помощью данной техники сейчас можно будет проблему решить, избежать. Новейший дистанционный литотриптер – это спонсорская допомога израильской компании Medispect Ltd. Обсталевание не танное, каля 400 тысяч евро. Есть попередняя домовленность на поставку Могилёв еще и контактного литотриптера. Это допоможе проводить у горбольницы весь спектр урологичных вмешательств. Катерина Городницкая, Миколай Соболев, новини региона. Два человека потонули на водоемах в области за минулые сутки. У Чаўскім районе купание в озере завершилось трагедией для мясцового жыхара. Ему было 29 годов. По словам специалистов, купался мужчина у необсталеванном для этого месяца. Еще одна трагедия на воде отбылась у Бобруйску. У озера недалеко от улицы Высокогорной нашли тело женщины. Эту бобруйчанку амаль сутки шукали, как зниклую без весток. Правоохранники проводят проверки по факте двух трагедий. Меж тем воротовальники попереживают. Прогнозуется резкое повышение температуры по ветра. И рают обовязково выполнять правила по воде на воде. Как не повторился май 2010-го, когда из-за резкого потепления все массово пошли до речек и озер. Тады за тыдень на водоемах в области потонули 16 человек. До інших подей. 21 коллектив, амаль паўтысячы человек берут удел у конкурсной программе 22-го международного фестиваля духовной музыки «Могутный Боже». Катедральный костел Небаўзяця Святой Девы Марии – головная пляцовка прослуховыванню. С программами выступают смешанные хоры и невеликие ансамбли. У конкурсной программе фестиваля «Могутный Боже» творы и опрацовки айчинных и замежных композиторов выконывают как профессионалы, так и аматоры. Я считаю, что это единение. Единение профессионализма, потому что даже любительские хоры, они имеют возможность роста на этом замечательном конкурсе и в этом замечательном храме. Ваш храм, можно с чувством некой хвальбы вам сказать, что один из лучших мест, где нам доводилось петь. Большое удовольствие получаешь во время самого исполнения произведений. Ну, при том еще, если есть надежда на то, что мы какое-нибудь место на конкурсе займем, то вдвойне будет приятно. Музыкальность исполнения, духовность мне очень важна. Вот это понятие слова, понимаете, духовность. Вот для меня это самое главное, когда идут мороз по коже, мурашки. Для беларускай хоровой школы фестиваль духовной музыки «Могутны Божа» особливо каштоўны, перш за ўсё тым, что тут протягиваются традиции. Праз некалькі год до дирижерского пульту выходят те, кто некалі пераймаў майстерство у складе харыстаў. Например, кіраўнік аматорского хору «Светач» Андрей Кунцевич, один из вучняў значной фигуры айчынной хоровой школы Виктора Роуды.
Все по-своему, но в одном вот ритмическом таком рисунке чувствуют вот эту вот духовность, которая веет от этого фестиваля. Поэтому то, что фестиваль существует, он уже 22-й, и дай бог, чтобы еще столько же и много раз постолько было, чтобы люди чувствовали, что можно не просто вот телевизор посмотреть или там, а что можно прикоснуться вот к этому духовному порыву, который несет этот фестиваль. Дарэчы, узнагароджанне пераможцаў і ўдзельнікаў міжнароднага конкурсу харавых і вакальных калектываў «Магутны Божа» адбудзецца 28 чэрвеня. Алена Салаўёва, Дар'я Семянько, навіны рэгіёна. Гэтымі днямі ў 1944 годзе вялася адна з буйнейшых за ўсю гісторыю ваенная аперацыя пад кодавай назвай «Багратион». У выніку яе да канца чэрвеня ўсе населеныя пункты Магілёўшыны былі вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Горках з нагоды дня вызвалення райцэнтра урачыста адкрылі новы будынак ДТСАФ. ДТСАФ – старэйшае грамадскае аб'яднанне Беларусі, якое ў тым ліку займаецца і патрыятычным выхаваннем. Нездарма менавіта да дня вызвалення Горак прымеркавалі адкрыццё новага будынка структуры. Надеемся, што эта арганізацыя будзе яшчэ доўгія годы жыць, так як у Горках существует горская арганізацыя з февраля 49-го года. Решили один вопрос двух структур. Мы, с своей стороны, нашли хорошего хозяина на неиспользуемое здание, вот, а ДТСАФ приобрели хорошее помещение для того, чтобы открыть свою организационную структуру. До свята городскому ДТСАФ подарили новую машину для курсантов аутошколы. Есть спадзяванні, теперь тут активно будут развиваться так само техничные, авиационные, военно-прикладные виды спорту. Специалисты областной структуры продемонстрировали магчимости. Раньше 18 кружков ракетомодельных было в области, сейчас уже минимум. Поэтому расширение должно быть. Правительство нам утвердило государственную программу развития ДТСАФ. И эту государственную программу развития ДТСАФ мы выполняем. То есть эта программа у нас нацелена на спорт. Закупаем мотоциклы, карты, ремонтируем самолеты, вертолеты, парашюты. Ну, в общем, короче, все, что касается 22 технических видов спорта. У городским ДТСАФ у разных секциях занимается около 300 выхованцев. Теперь появилась добрая уласная база для проведения споборництва. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, новини региона. 5 танцевальных коллективов в Могилевской области выступят на открытых пляцовках фестиваля «Славянский базар» у Витебску. Отборочный конкурс прошел в Горках подчас святкования Дня молоди. Тут же выбирали и вокалистов на фестиваль «Молодь за союзную державу», який пройдет у Ростове-на-Доне. Сотні маладых артыстаў Магілёўскай вобласці ўсклалі кветкі да мемарыяльнага комплексу ў Горках і зладзілі арт-парад да плошчы Палаца культуры сельхазакадэміі. Летась абласное свята «Дзень моладзі» праходзіў у Асіповічах. Зараз абралі студэнцкі горад. Мы хотим посещать все регионы, искать таланты, потому что молодежь везде разная, везде талантливая. И наша задача – найти этих молодых людей и дать им возможность показать себя, проявить и, может быть, даже кому-то подарить путевку для их дальнейшей реализации. У областном этапе конкурса «Огонь танца» коллективы спрашались за право выступить на открытых пляцовках сёлетнего славянского базара у Витебску. Пошасила самодейным артистам Засипович, Могилёва, Бобруйска и Горок. Я просто люблю танцевать, я танцую от души. Больше за 20 вокалистов выказали ожидание выступить у российским Ростове-на-Доне на 12-м фестивале «Молодь за союзную державу». Молодые артисты лишат его одной из перспективных пляцовок. Я в предвкушении, я хорошо выступила, поэтому я надеюсь, что все-таки я окажусь в числе тех, кто поедет в Ростов-на-Дону. Все борются за это место, которое предназначено, возможно, кому-то. Я участвовала в этом отборочном конкурсе второй раз. В том году я, к сожалению, не прошла, но в этом году я надеюсь на то, что я в сентябре все-таки попаду в этот замечательный город. Имены пераможцаў вокалистов от Могилёвщины станут вядомы после прослуховывания конкурсантов из всех областей. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, новини региона. Еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюся. До встречи!